Красноярец утопил свою машину в Енисее из-за того, что ее якобы стали бояться. Плавающее возле мужского монастыря авто сегодня утром обнаружили горожане. Старая Toyota Corona была в реке почти по крышу. При этом следов, что из нее кто-либо пытался выбраться, не было. Все двери закрыты. На место прибыли спасатели. Они проверили, был ли кто внутри. Там оказалось пусто. По надписи, указанной на стекле авто, нам удалось найти хозяина иномарки. Он рассказал, что утопил ее по собственному желанию прошлой ночью. По его словам, он подъехал к воде, припарковал машину и вышел из нее. Вот как мужчина объяснил причину своего поступка. Просто она несла за собой шлейф какой-то несправедливости, что ли, я не знаю, как это называется. Слишком много я на ней поездил, вот и все, вот я ее и спросил. И решили от нее избавиться и в Енисея, да? Ну да, слишком она стала узнаваемая, слишком люди стали ее недолюбливать, бояться. Мне сейчас гораздо легче, что она там. Расстраиваться из-за потери авто парень не стал. Вызволять из воды он ее тоже не хочет. В планах же уборка и занятия учебой. Однако вытаскивать иномарку все же придется. Владельца обяжут это сделать сотрудники ГИБДД. Кроме того, возможный ущерб экологии предстоит подсчитать природоохранной прокуратуре. Если его выявят, то виновнику придется заплатить штраф. Напомню, схожий случай произошел этим летом. Тогда мужчина ради шутки утопил в Абаканской протоке Ниву.